Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости канала с Мариной Гусаковой. Сегодня 14 марта, и мы вышли, чтобы посадить сидираты. Сегодня будем сеять горчицу. Я считаю, что уже пора. В ночь на понедельник ожидается заморозок до минус 5, но для горчицы это ничего страшного. Так что... Кто сеет сидираты, уже пора. Земля у нас сухая-пресухая. Снега не было, дождей не было. Так что уже даже начинаем поливать. Газон страдает. Земля как камень жесткая. Землю вот так слегка пройти грабельками. Червячок. Червячок пополз. А потом сделать посев. Ну вот и до момента посадок. У нас тут будет окультуренная грядочка. Гиацинты в газоне. Ну что хочу сказать. Вот видите, ожидала, что будет на фоне зеленого газона гиацинты. Ну вот так это не очень красиво-то и смотрится. И вот. Так что не советую. Идея вроде бы должна была быть хорошей, но смотрится это не настолько эстетично. Так что буду убирать отсюда. Уже вылазят лилии. И вот так я эти палочки, они легко удаляются, стебелечки. И плюшка, плюшка, плюшка. Сейчас только так лапками. Закопалась. Насеновали. Не падать. Мяу. 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 Зеленый глаз. А что ты? Мяу. Ну что ты, Олег? Идет на зов. Иди, красотуля. Мяу. Плюшка, плюшка, плюшка. Мяу. Ты такая кошка хорошая, ласковая. Чудо. Да, вот такая кошка. Вот такая кошка наша. Иди, чудо плюшка. Такое, чудо такое, плюшка. Плюшка, я ватрушка. Радостно, что мы наконец-таки ее взяли в руки. Ну о, молодец. А чесночок вот такой у меня сейчас. Вот такой. Это овес тут в зиму был посажен. Сейчас работает как мульча. Пореже посадила для этого года. В 4 рядочка.
и там 4 рядочка, 2 грядочки всего. Маки мои взошли. И вот я поставила такие емкости, закопала от вредителей, от кошек. Вот эти не помогают, дуги, скачет как коза. Надеюсь, что вот эти емкости защитят маки мои. Розы в этом году так у меня зимовали. Олег заматывал. Еще не открывали. Надо бы. Уже прям почки тут пробиваются вовсю. Но ничего, потихонечку все одолеем. Клубничку надо приводить в порядок. Работы в огороде много. А это вот чесночок, который я по краю сажала деточками на постоянное место жительства. Что еще сейчас надо сделать? Вот здесь петунья у меня. Много семян было, я здесь их порассыпала. Вот сейчас, по идее, вот эту мульчу надо снять и увлажнить грунт. И она самосевом здесь будет сама всходить. Вот я в разные емкости ее сеяла. Надеюсь, что она у меня тут. Так, а тут без отверстия у меня. Надеюсь, что она сама здесь самосевом будет всходить. Вот уже и очиток всходит. Не обрезала я сами веточки. Посмотрите, какой большой уже вырос у меня древовидный пион, который я теряла в прошлом году. Он ну просто исчез и все. Думаю, ну все, наверное, погиб. Вот обычные тюльпаны, это пионы еще только показываются. А этот уже вот такой высокий. Будет заморозок, не знаю, переживет ли он. Это вот обычные пиончики, такие уже сейчас показались. На 8 марта Олег покупал тюльпаны, дарил. И продаются сейчас с луковицами. Вот я их обязательно посажу на днях. Не буду ждать лета. В прошлом году я их не стала высаживать. Они у меня все засохли, не дождались. Вот, но с них может быть толк. Но в следующем году. Вот этот вид тюльпанов великолепный, очень красивый. Это вот тюльпаны, которые я не выкапывала уже несколько лет. Вот такие уже большие стали. А вот эти малыши у меня поздней осенью посажены. Вот они еще такие маленькие. Но я тут толстым слоем мульчи укрыла их. Вот кому интересно, дальше я сделаю вставочку видео, которое я осенью не выложила, к сожалению. Вот кому интересно, посмотрите, как я здесь сажала и какого числа. И вот здесь вот видно, как я в мешочек их здесь сажала, вот эти тюльпашки. Сюда прям самые малыши сажала. Ну все, поработали-то всего. Что ты лаешь? Что ты кокос лаешь? Ну ты! Поработали-то всего 2 часа, а устали с Олегом вместе. Работали. 8 грядок подготовили, посеяли сегодня горчичку. Через несколько дней покажу, как она у меня взойдет. Она быстро всходит. Сегодня буду сажать тюльпаны вот в таких решетчатых коробочках. Разложила 6 штук у меня таких. А всю мелочь, деточки, вот в таких мешках буду сажать. Вот 3 мешочка у меня тут. Сейчас покажу, как я это буду делать. Вот так решеточку поставили, насыпали земельки, разровняли, и по этим ячеечкам вот так вот я расставила
луковички. Вот здесь 15 луковичек у меня получается. И засыпаем землей сверху. Все, вся посадка. Ну, всем пока-пока!